Пашка, ты баба горячая, говорит, когда с горшка встаю, то парую, да? Что за аппарат? Эрос. Сколько лет ему? Электротягой будет. Руслан, почти твой ровесник. А не, младше. Руслан, ну 58-го, как будто. 53-го. Рухля. Электромобиль едет, тихо-тихо, сейчас кукуль. Кара, погрузчик. Кара, да. А он на заднем приводе, да, Миш? Электромобиль, ёлка. Вообще как-то тоскливо, скажи. А вообще первый электрический джип. Музинщик обещал ролик снять про первый электрический джип. Электо. Еле кто? Да ты сам уже застрял. Что ты делаешь? Оставь в покое человека. Бензин кончился, Рафи. У тебя заднеприводный, Рафи. Так а куда ж ты его вытащишь? Ты сам затянешь. Тебя надо будет эвакуировать. А он на камеру работает, кадры делает. Так а где солнечная батарея? Ты бы уже зарядил хоть киловатт какой-то. Посмотри, сколько у него там розеток. Если кому надо зарядить телефон мобильный. Зарядить, да. Тихо, не трогайте. О, розеток. Тут один недостаток. И 380. А счетчик где, слышишь? Ты же в Киевэнерго бабки должен в конце дня завести. Рафик, где счетчик? Рафик, на сколько переноски хватает тебе, чтобы ехать? На 100? Ну, конечно. Так мы сейчас нахуй выиграем мост, а кузов остается здесь. Да не очкует. Да нет, ты не резко, аккуратно. Ну, ты ж так не угрожай, Рафик. Не угрожай, Рафик. Не угрожай. Ты беспредельщик. Ты ж сам говоришь, что у тебя только 8 кобыл в машине. Да, так сейчас увидишь, как они будут работать. 8 лошадиных сил. Они только откормлены. Откормлены. Откобрены, да? Откормлены, да. Это как кобры. Эти змеи, змеи. Тут видишь, канализационная труба у Рафика идет. А зачем в электромобиле три педали, Рафик? Лезть, конечно, но зато я, блядь, не Рафик. Возьми к этой зацепи. Рафик, к этой зацепи. Да его нахуй, что не видишь, какая она, блядь. Не надо. Заземление повесил? Не надо, он боится, блядь, повредить дорогой микроавтобус. Заземление в подножку, Паш. Видишь, цепочка? Ну да. Когда становишься на землю и... Не, когда становишься на цепочку, проскакивает искра между ногой и цепочкой. А если взять громоотвод, так и нормально. Под него залезть сначала. Сейчас мы сначала попробуем на заднем приводе подтянуть его. То есть тут целый у нас... Работают профессионалы. А потом посмотрим, что на переднем. Есть? А потом он потащит тебя до розетки, да, Рафик? Молодец! Ты знал, да? Есть? Но я ничего не отвечаю, если мост не будет на месте. А если у тебя что-то вылезет? Да нет, его нахуй. Я сейчас аккуратно, давай. Я сейчас аккуратно, обычно после этих слов. Я сейчас аккуратно. Все и начинает. Готов? Нет. Подожди, подожди, пилот не сел. Жизнь его к такой хуйне не готовила, Рафик. Не, не шутите, хай он буксует все время. Готов? Да, готов, давай, Рафик. Давай, давай, давай. Буксуй. Поехали. О, мощно. Давай, ты толкай. Давай выполняем точно. Рафика толкай. Рафика, не. Давай толкай. Батарейка села. Ну, пол включил. Стой, оставь мост, человек. А там сумасшедшие лошади просто. Какой-то лифчик у тебя большой. Что такое электромобиль? Четвертая передача назад на мосту. Подожди, ключевой вопрос. Сосредоточься. Желательно матом ничего не говори. Боже упасти. Когда ты запустишь его на Марс, свой электромобиль? Когда от маски вернется своей... А это твой второй на очереди, да? Ну вот, мужики, оцените, будь ласка. 8 лошадей, да, оценяем. Четвертая передача. Лайк. На первую он не хотел, просто на четвертую передачу и все. И поехал. Задний привод. Пониженная? Не. Да, в ручей-то ты все ручей равно не давай. Поехал. Не, в ручей это, блядь, дурной туда поедет, а я не. Как он тебя
Рафик приложил, а, Руслан? Ну, ребята. Унижает, доминирует и унижает. Мы перешли на электроджипы, блядь. Открути, что здесь, покажи. Рафик. А мы сделаем их асфальтные. Откройте. Это батарейки. Там хомячки, 3000 хомячков они крутят. Бегут в барабанщиках в таких. Подожди, Рафик, не сматывай, он назад туда поехал. Выезжай, пускай. Так, слушай, у вас не мог его выдернуть вообще, да? Конечно. Веревку нацеплял. Так, колесо что-то ли открутилось или смотри. Елдас как сверлит, блин, аж дым идет. Он на место возвращается. Рафик, он на место уже вернулся. Давай еще раз, он хочет подзарядиться от твоей. Давай назад толкай. Давай назад. Толкай, Руслан, ты сильный, я верю. А рекуператор работает, Рафик? Вот хитрый, блин, лишь бы за бензин не платить. В ручей не поеду, у меня электричество. Смотри, что Руслан творит, шайтан. Это одно ведущее. О, второе подключил. Сейчас пойдет. Ой, давай я... Рафик, вернись. Паша, присоединяйся. Ераз, Руслан. Посмотри, посмотри, что творишь. Ты лучше, чем электромобиль херачишь, Руслан. Сейчас он тебя сбросит в ручей. В прыжке, давай! Хобана! Получается, лучше его пихал, чем Рафик со своим электро. У тебя Ераз. Елдаз. Давай дрифт. Дрифт. Дрифт давай. Что выпало? У Елдаза выпало хуиса. Вот это номер. Не опасно так, не покатится назад. Или ты отползешь, если что? Мама, пожалуйста. Да не, а в ребро упрется, не должен назад, далеко не уедет. В крайнем случае пробьет. Да-да-да, сейчас выбьет передачу, осторожно. Точно поедет назад. Давай я ногу подставлю. Не делай ничего. Рома, пожалуйста. Бородай сказал, что я толкаю лучше, чем ты тянешь. Ну. Вы все сняли? Это одна лошадиная сила. Машину даже инвалидам нельзя давать. Ну, бляха, я тебе скажу, что только такой электромотор и все такой момент из нуля сразу. И поэтому эффект сразу. Так ты купи Теслу себе 1070. А ты приехал бы на ней на сюда? И переставь на нее эти колеса. Нет, сейчас уже другой проект идет, который... Все нормально. Я заеду вечером, покажешь. Хрен тебе.